меня такие воспоминания детства. Я в Средней Азии очень часто была в Бишкеке, в Киргизии. И поэтому я, когда мне сказали, вот есть такая поездка в Ташкент, я с удовольствием, с радостью согласилась, потому что в Ташкенте я не была. И какое-то вот ощущение Средней Азии с детства, оно присутствует. И мне очень-очень понравилось, очень понравился город, безумно красивый, очень чистый. Сразу же посетила базары ваши. Конечно, это балерина великая. Весь мир ее знает. Это большое счастье для театрного видеть такую балерину на нашей сцене. Нам есть чем учиться. Великое счастье, что ученик нашей школы, в частности, мой ученик, Данил Кост, нас учит. Значит, у нас неплохая школа. Нам очень приятно, что в роли Хозе выпускник нашей ташкентской школы Данила Корсунцев. И вот я хочу вам представить Тасхира Драхмановну. Это первый педагог Данила Корсунцева, нашего выпускника. Вот. Первые шаги он делал вот под руководством Тасхира Драхмановны. И сегодня мы видим мастера, ведущего мастера Мариинского театра. И это вот наш ученик. Нам это очень приятно. Горды? А как же, это моя... жизнь в детях. Когда видишь такие результаты, понимаешь, что ты не зря живешь на этом свете. Увидеть Кармен Сюиту постановки Алонсо в исполнении Дианы Вишнёвой, Данилы Корсунцева, это не каждому так везет, и я считаю, что Ташкент, ну, должен был благодарить за то, что такие звезды приехали к нам. И мои впечатления, я хочу вам сказать, что Диана – это Кармен. Мне они все, конечно, очень понравились. Данила, наша гордость, просто это божественно, это шикарно. С гордостью сижу здесь, в Ташкенте, в театре, то, что именно в наш театр они приехали. Я этот именно спектакль, по-моему, когда видел, полтора года назад в Мариинском театре, на новой сцене в Петербурге. Ну вот сейчас еще раз готов каждый день. И надеюсь, что это не последний раз. Ну, мы, конечно, в восхитительном настроении. Просто потрясающе. Видно профессиональный уровень. Очень понравилось. Я видела много блестящих балерин, вот именно в партии Кармен, то есть даже и разговора нет. А вот сегодня я увидела не только балерину, я увидела Кармен, я увидела образ, я увидела динамику, я увидела, то есть это балерина, у которой не только танцуют ноги и тело, у нее танцует все, у нее глаза, брови, пальцы рук, то есть я была в полном шоке. Thank you.
прекрасная сцена, совершенно изумительный театр, совершенно такой, знаете, как из слоновой кости вырезанный. Да, очень приятно. Я очень рада, что Мариинский театр такой подарок сделал городу, театру. Надеюсь, это не последний раз мы приедем еще раз. Это вам от нашего министерства, от министра. Пожалуйста. Будем рады от нашей национальной одежды. В Балтийском саду мне мама сделала детский костюм. Косичка. Повыдет очень. И организаторов этого. Спасибо вам большое.